Министерство образования края готовит программу, которая должна помочь противостоять травле школьников. Напомним, в ноябре Барнаул сотрясла история одного из учащихся. Его мама выставила в соцсети пост, где рассказала о том, как группа школьников регулярно издевалась над сыном. После этого городской комитет по образованию организовал комиссию, которая должна была установить причины ЧП. К слову, вслед за обнародованием этой истории стало известно еще о нескольких резонансных конфликтах учеников барнаульских школ. Но в городском комитете по образованию не назвали инциденты травли и заключили, что они никак не связаны между собой. В итоге Министерство образования края решило разработать комплексную программу, чтобы противостоять школьной травле. Об этом на днях рассказал губернатор региона Виктор Томенко. Отметим, программа рассчитана на 3 ближайших года. Предполагается, что работать по ней должны коллективы всех школ края.